Здравствуйте, компания Прогресс Авто и краткий обзор мини-трактора Kubota GL260. Такой вот полноприводный тракторочек с кабиной, с освещением к нам приехал. Естественно, фреза у него в комплекте. По шинам все отлично, здесь износ минимальный, растрескивание и прочих замечаний нет. Фреза у нас здесь достаточно основательная, кубботовская, естественно, с быстросъемом. Дополнительные гидрорегулировки по навесному трехточечному. Фреза RL7G с собственными колесиками для удобства транспортировки. То есть, если нужно что-то где-то ее отцепить и перекатить, то это будет очень удобно сделать. Ножи. Износ есть, но меньше половины точно, поэтому долго они еще продержатся. Смотрите, фреза какая вся целенькая, как новая. То же самое по шинам и по состоянию косметическому трактора с левой стороны. То есть трактор, ну, очень хорошо сохранился, все целенько, все прямо-таки отлично. Решеточка, которая просто неимоверно редкая, в идеальном состоянии. Открываем кабину. Здесь у нас все так же, почти как новое, то есть абсолютно все целенькое. Никаких повреждений, коробка переключения передач, раздаточные ряды, быстрый разворот, полный привод, все это здесь есть. Два отбора мощности на 4 передачи и одна задняя, опять же, очень удобно. Естественно, есть реверс и наработочка у нас здесь 1069 моточасов. Вот такой вот тракторок, сейчас запустим его и, соответственно, уже посмотрим, как он себя покажет в работе. Запускаем, чеки, естественно, все у нас здесь появились. Здесь запуск. Здесь видно, что, в принципе, никакого выхлопа, все работает максимально ровно, классно. Такой вот тракторок. Поверху у нас здесь, как обычно, магнитолка, печка и, соответственно, парочка динамиков. Все для того, чтобы комфортно существовать в данной кабинке. Поэтому напомню, Kubota GL260, компания Прогресс Авто. Приезжайте, прекрасный трактор. Всего доброго.